Сегодня у нас 3 июля. Смотрим, каким образом у нас привели в порядок асфальт. С 25 июня работу так и не закрыли. Мы ходим по колдобинам. Замечательно просто. Четвертый подъезд нашего дома. Голый. Так что работа не выполнена до сих пор. Этот асфальт тоже не трогали. Ждем результатов 15 июля.